Лишь треть украинских солдат обучены должным образом и умеют применять тактику боя. Состояние ВСУ проанализировал французский журнал «Nation Press». По его данным, лишь часть силовиков умеют применять тактику ведения боя. Остальные же оказываются пушечным мясом. Их отправляют на передовую всего после 3 месяцев подготовки, которая проходит по урезанной программе. За время конфликта в Донбассе Киев потерял около 10 тысяч солдат убитыми. Такими темпами еще год, и армия Порошенко перестанет существовать, делает вывод издания.